За прошедшие сутки в Самаре выпало 18 миллиметров осадков, что составляет 30% от месячной нормы. Уборку города обсудили на совещании в мэрии, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Во всех районах города на расчистку вышли дворники и спецтехника. В первую очередь расчищают дороги, относящиеся ко второй и третьей категориям, по которым курсирует общественный транспорт, а также подходы и подъезды к социальным учреждениям. И основная, конечно, работа шла именно по расширению проезжей части. По состоянию на сегодняшний день у нас дороги второй и третьей категории расчищены, сформированы валы под вывоз. Ну и возможность беспрепятственного движения общественного транспорта сегодня обеспечена. Накануне Елена Лапушкина в ходе объезда отметила, что замечания есть и по очистке кровель и дворов. Главы районов отчитались о проделанной работе. По нашей оценке, на сегодня у нас выходы из подъездов почищены на 85%, внутри кварталка на 70%. Значит, по кровлям все это время работало от 2 до 7 бригад на кровлях. На сегодняшний день из 520 кровель, 500 кровель, по нашей оценке, очищены, находятся в нормальном состоянии, 20 кровель требует очистки. Сегодня работает у нас 5 бригад. Надеемся, что к концу дня половину от этих кровель почистим. Соответственно, все опасные места огорожены. На сегодня, на утро у нас вышло 11 единиц техники и 168 человек. Это включая МБУ. По, значит, расчистке, по результатам, выходы из подъездов 75%, тротуары 70%, дворовые проезды 60%. По кровлям сегодня 4 бригады, 19 человек работает. План на день 15 кровель расчистить. С начала года в адрес 10 управляющих компаний 21 предостережение выдано. Работаем, соответственно, сегодня опять пойдем смотреть. В ближайшие три дня синоптики прогнозируют морозную погоду с понижением температуры, однако без осадков. Глава Самары призвала все службы активизировать работы по приведению города в порядок. Также на контроле обращения жителей в социальных сетях. Коллеги, ну у нас вот есть с вами время, да, убрать то, что накопилось по прогнозу погоды пока, во всяком случае. И я предлагаю на следующем совещании по работе административных комиссий все-таки результаты заслушать, посмотреть, как у нас в районах отрабатывают и какие меры принимаются к нашим нерадивым управляющим компаниям. За минувшие выходные в места складирования было вывезено почти 5200 тонн снега. Контроль за состоянием уличной дорожной сети и качеством уборки по зимнему регламенту ведется непрерывно. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.